И сегодня нам пришла посылка из английского магазина Next. Ого-го-го! О, сколько их футболок! Да, будем смотреть? Ну, давай, будем смотреть! Ого! Какая прикольненькая рубашка! Ну, приложи к себе. Это у тебя... Аж две там! Да, это у тебя что? Костюмчики, да? Костюмчики, да? Домашние. Костюмчики из Капитана Америки. Да, красота. Что я щипал? Да. Башка с Арктиком? Да. Вот, еще такая со звездой. Смотри, какая. Красота? Вау, круто! Круто! И у меня такая мягенькая звезда. Да, да. Смотри, какая рубашечка. Да, еще. Ну-ка еще. Тебе идет? Угу, да. Вот так. Угу. Держи. Какая тепленькая. Тепленькие, да? Ну, будет такая тепленькая. Еще две вот такие. А ну что это у нас? Ага. Давай обрежем. Держи одну. Такая желтенькая, черненькая. Вторая. Смотри, какая звездочка тоже здесь. Звездочка. Угу. Красота. Так, вот футболочка. Что это у нас тут такое? Ой, суперстар! Суперстар! Да, все, что ты выбирал. Да, это я выбирал. Тик-тик-тик, покрутись. Звездочка с ветром. И спортивные штанишки. Это моя футболка Суперстар. Вот и футболка моими любимыми динозавриками. А вот моя теплая рубашечка. Вот еще одна рубашка с моим любимым цветом. А вот это мой свитерок со звездочкой. А в этом я как маленький полосатый тигренок. Всем, кому понравилась моя посылка, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также смотрите мои другие видео. И пишите в комментариях, какую одежду вы купили на осень. Пока-пока!